У меня поехала запись. Первый раз на Ютьюбе. Первый раз на Ютьюбе вообще стрим. До этого был стрим, но он что-то какой-то был вообще неудачный. Чат я не видел, ни болта. Сейчас вроде вчера так поразбирался со всеми этими делами. Вроде нормально так получилось. Вот. Так, сейчас еще. Артур, привет. Вообще нас слышит кто-нибудь на стриме? Меня вот это больше всего интересует. Я тебя слышу, Витя. Я тебя ведь слышу. Ну что, картинку я вижу, это уже хорошо, как бы. Да, что пишут? Привет, или да? Или да, или да, или это слышно? Или да, это... Привет, Артур. Так, ну ладно. 8 человек уже, прикиньте. Прикинули. Вот. Неплохо. Да, нормуль. Вот я поэтому и с Твича слез на YouTube, чтобы больше народ смотрел. Так, ну ладно, давайте, я тогда включаю запись. Всем привет, ребят, кто присутствует на стриме. Сегодня у нас будет на стриме карта Лесоповал, на Лесоповал 2. А в сегодняшнем составе у нас Драйвер 51 Рус, Димон и Злой Слон, он же Паша Каблуков. Ну, естественно, Виторган 177. Вот. Будем катать, проходить вот эту мысипусечную карту. Посмотрим, что из этого у нас получится. И всем привет. Всем привет. Привет всем. Привет. Так, ну, погнали. Поедем на. С Богом. Поедем на. Может быть, даже на лесоповал. Да, лесоповал. Подожди, подожди, да я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально, миллиметраж. Чё себе, я думаю, миллиметрон. Очередь такая выстроилась. Кто на чем едет? Так, я на Кразик поеду. Я поеду на своем этом. Оу, Витёк. Поцеловались. На Кразик? Давай я тогда поеду на Урале. Ну чё, Дим, что я тебе задал? Давайте поедем на разных, наверное. Димон, ты тогда бери КамАЗа. Окей. Поедем все на разном. Можете мне называть Дима, мне. Да, дорогу перегородил, я не могу на буксир взять своего. Кто тут? Витя, ты тут задом корячишься. Да, я тебе и говорю, извини, что я к тебе попой. Ой, еще подождите, дайте, парни, я уже с Уралом потащился. Ой, я не тут Урал взял-то, ё-моё. Я тащу, они два... Вижу, все эти зацепить. Они два синеньких, я думаю, дай-ка я вам смотрю, стою. Ага. Ой. Ой, Дима, меня... Я подумал, драйвер. Я к последнему не надо доехать. Можете называть меня Димоним. Видишь, что стрим лагает. Ребят, не знаю, что там, почему лагает. Тут у меня на телефоне... А, хотя... Да, у меня на телефоне без лагает. Ну, хотя у меня с интернетом вообще все зашибись, ребята, я не знаю. А, вот можно отойти вот. Да, я поехал. Можно. Витя, заправился? Блин, тут лагает стрим. Нет еще. Сейчас, подожди. Ты во мне. Кто меня подтащит? Я обсох. Нормально-то вообще. Я ж предупреждал. Кто там, Паша, ты есть? Подтяни меня к заправке. Подожди, давай, я тебя подтяну. А, что-то я рядом. А, вот, да. Протащите мне этого КамАЗа вперед немножко, чтоб он заправился. Так, ладно, я. Все, хорош. Спасибо. Я что-то куда-то с КамАЗом поехал в неизвестность. Такие вообще эти жуки просто. Они еще и поломанные машины-то. Да, частично. Наполовину. Да. У меня 126-100. Ой. Это я, Паша. Ты толкаешься. Да у меня просто длинный шнурок. Надо немножко точки раскрыть. Я, честно говоря, вообще что-то я подзабыл. Вроде недавно обзор на нас записывал и уже забыл что-то у бабушки. Тут гаражные части, я помню, блин, это, утонутые, короче. Утонутые? Мы вообще в каком режиме, блин? В нормальном мы режиме. В нормальном режиме, да. Ой. Положено. Давайте я точечку, что ли, открою на заборе, ну а? Хоть вообще нет, осознавать, что делать. Что-то, Витя, у тебя звук так просел на этом. Звук просел? Ну да, как-то глухо стало, да. Так, не знаю. Так, по прямой. Так, а где нам пойти? Мне надо было ВК выключить, заразу, мне он сейчас так и будет там чапкать. Черт, я опять забыл кое-что сделать. Починить этот КамАЗ. Вы куда все поехали-то, парни?
Я точку хочу открыть, чтобы уже не заморачиваться особо. Я не знаю. Я тут. Я уже давно не играл в коопе. Сейчас эта точка. Ой, елка. Гада. Что она там делает? Она. Не знаю. Так нам надо вот еще и гараж сначала открыть, да? Да, тут гараж потонувший такой наполовину. Надо будет его еще доволочь. Через пеньки пробираюсь. Через пеньки пробираюсь. А, так ты уехал уже? Я точку хочу открыть, чтобы все видели вообще, куда ехать. О, шишига. Вот тут точка в сортире. Я сегодня 5 шишиг подряд я приехавших встретил. Понял, вот она, короче. Я даже шишиг не открывал, кстати. Погрузки. Надо как-то это. У Паши ты сюда же едешь, да? Да, я за тобой ехал. Так, подожди, надо в другую сторону немножко. Точку я открыл. Теперь надо ехать в другую сторону. Куда-то вот сюда вот. Да, стрим лагает, короче, я не знаю. На Твиче вчера такого у меня не было. Беда. О, Женек нас смотрит. Привет, Женек. Так, сюда я еду. Так, да, сюда. А куда я поехал? Вот ты правильно едешь, по-моему, кстати. Да. Ну, я по главной дороге погнал. Да, а мы поехали пока как. Ладно, встретимся на месте. Встретимся на каках. Ну тут тоже не ковровая дорожка. Драйвер, как у тебя там пироги? Отличненько. Мы должны гаражные части достать. Да. Там будет, по-моему, Урал в озере засажено. Надо его оттуда выковырить каким-то волшебным образом. Я на H1 пытался его выковыривать, который такой 135-м колес. Ну, блин, достаточно тупо он у меня шел, я хочу сказать. Открыть следующую часть. Да, да, давай, конечно. Театра. Да, чтобы видеть вообще, где этот гараж. Да гараж-то видно. Главное найти этот утонувший. Почему-то вспоминается самый первый Спинтайрес. Почему-то не знаю. Самый-самый первый, который в 2009 году вышел? Да. Там вообще все дубовое было. Мне колеса поворачивались. О, я вижу гаражные части. Они не так уж и сильно за... Но его надо развернуть там еще. Вот а вот, смотрите, я почти рядом. Это да. Можешь, хочешь, попробуй потяни, но мне кажется, все-таки, что надо кому-то будет сесть туда. Вот, в Урал. Потому что тянуть будет, мне кажется, гораздо проще, нежели... Ну, если будет кто-то сидеть в этом Урале. Ну, сейчас проверим. Чем ты будешь сам себя тянуть? Я бы сначала... Петя, привет! Привет! Ты глянь, а? Ты глянь, красавчик. Ты видишь вот этого вообще, а? Ты глянь. Вот вечно где-то он сокращает. А я через такой кто, через Не-не-не, драйвер. Ты глянь, а так, ты... короче, у Урала 5 литров и 588 урона. Вот да, это гараж. Хотелось. А если его волочить, это... А, ну да. Волочить тяжело. Мне кажется, лучше, чтобы кто-то сел туда и его уже тащить тогда. Так, ну, Витёк, ты вроде рядом. Ну вот, я подъезжаю. Да мы все подъезжаем. Ну да. Змейкой. Так, мы тут уже все почти приехали. Так, ну я попробую хотя бы развернуть его, что ли. Дима, наверное, ну, опять через лес поехал. Драйвер. Не-не-не. Ай, я уже тут. Нет, по дороге есть. Ну, но... поедешь. А, даже надо завести. Я встал.
Ты сел в него, да? Да, да. А, подожди, у меня здесь КамАЗ. Подожди здесь. КамАЗ. А, давай, да, КамАЗ убирай, потому что я сейчас буду с этой стороны тебя за морду тогда вытягивать. Так, я тогда в лес. Да, вот так вот, нормально. О, привет, драйвер. Потому что мне кажется, за жопу тянуть, я боюсь, ты там потонешь на этом. Я сейчас тебя за морду не стараюсь развернуть. Сейчас, подожди. Так, ну вот я как бы пересел. Да, масло течет как из лейки. Сел, да? Подожди, что-то да, я да. Не могу. Нацепу. Я завел его. Да, сейчас. Я не вижу точку зацепа, прикинь. Вообще нет. Что за хрень? Не понимаю. Драйвер, ты можешь зацепить Димона? Да попробую. Что, у меня вообще точка... А, вот, появились, вот. А, это я, наверное, свой зацепил. Так давай я сейчас прицеплюсь. А, давай сам ко мне, да. Так, ну чё? Не, давай. Да. Ребятка принят, ребятка отцеплен. Почему отцеплен-то? Трудно сказать. Я вообще зацепиться за тебя не могу. Я за свой только цепляю. Что за бред? Чё, тащить каждый свой гараж, что ли, будет? Ну это вообще не... Принять? Да, принять. Короче, Витёк, давай с зацепа за задницы. Я уж там как-нибудь тащусь. Да, попробуй. Ты главное глубоко не ныряй. Зацепа с задницы, я боюсь, будет то же самое. А, тоже никак. Тоже никак. Вот в этом-то все беда. О, драйвер тут тихо. Раскочегарил. Драйвер, может ты попробуй, а? Сейчас попробую. Вряд ли что-то поменяется, ну вдруг. Оу. Сюда бы ремонтик не помешал бы. И топливо там не помешало бы. Ага. А 255-й, он только с этим. Ни с чем просто или с чем-то? 255-й у него цистерна. Паша! Да. Газуй! Вроде. А, вон вы потащили. Кого потащили? Прицепы? Только прицепы? Воу, куда? Кто это поплыл? Это я поплыл. О, я вижу точки зацепа. О, давай. Блин, отцепился. Так, Витя, куда тут ехать-то? Гаражу. Подожди, Витёк. Не-не-не, подожди, Витёк. Я должен выбраться тут. Проблемка-то в чём? Я застрял. Ну, давай, КамАЗик. Уральчик, ой, Уральчик, КамАЗик, ладно, важно. Может, 255-м сгоняем с этим ЦСРной? Сейчас, погодь. Хотелось бы все-таки без него обойтись, это очень долго. Тут карта. У меня литр. Литр это так. Хорошо. О! Мне кажется, из-за того, что машины друг в друге стояли. Воу-воу-воу, тихо. Тихо, куда? Да, ты куда? Ты куда, Тимон? У меня в ту сторону не едет. Класс. Почему у меня... Я поворачивал направо, у меня налево колеса были повернуты. Он сильно поломанный. 600 ровно. А там 580... Сколько? Ну там 588 было. Блин. Может... Да, чё. Так, я ещё кину лебёдкой. Давай. Во-во-во, пошел. Сейчас гараж без нас откроет, наверное. Да, наверное, что они уж уехали туда.
А как они, кстати, откроют? Нужно, чтобы этот прицеплен был. Нет? Прицеплен. Там есть. О, а где твой гараж? Паш, ты вроде тоже поехал с гаражом. Я сейчас, да, я с Уралом. А у вас эти сцепы-то что-то есть? А я его на прицепе тащу. А как? Там же... Там не нужно? Не, они вместе с грузовиком он тащит там. А. Как я тебя. Понятно. Блин, ну что-то стрим лагает, да. Раз, не знаю почему. Вот на Твиче вообще такого не было, чтобы лаги были. Драйвер, как у тебя там дела? Ты небось уж почти доехал, да? Да, я уже в гараже. Ну сейчас гараж откроет, нам смысл нет туда кинуться. Более что-то как-то не тянется. Ладно, пофиг, сейчас драйвер все равно это откроет. Да, давай садись, КамАЗ, поехали в гараж. Драйвер сейчас это делает, а дальше там уже импровизировать будем. Вау, я тебя обогнал, Паш. Прикинь. Да он что-то нифига не едет. Ля-ля-ля-ля-ля, я поехал в гараж. Да бросай ты его! Вон, драйвер, все уж. Чих-пых, и я открыл гараж. Да вообще. Ну, в смысле, все, гараж открыт уже? Да, все, да? Готово. Можно смело ехать, одеваться. Так, у кого что? Так, а вообще сколько пилорам? Две пилорамы, ребята, у нас здесь получится. Так, точка погрузки, вон она. Так, во что будем одеваться? В принципе, каждому по роспуску, и вот оно уже. Как-то все пройдено. Если так-то. Мне бы еще отсюда выбраться на КамАЗе-то. А, ты там в джунглях? Ага. Это, нет, Тарзан. Воу-воу-воу-воу-воу, игра зависла. О, отвисла. Так, ладно, я одеваюсь, короче. Так тут во что одеться, я даже не знаю. У меня тоже игра. А, вот, отвисла. Текстурки чьи-то тестит. А, тести... да. Короче, вы поняли. А вот и я из джунглей приехал. Мурманских. Так, мне колесо как-то мешает, защитка. Да, да. Нет, это колесо. Да, запасной. Вот. Вот это мне надо скинуть. Вот запасный. Ой. Платформа с краном все я взял. И сейчас я роспись зацеплю еще. Я готов, в принципе. Так, а я там тоже нам... уже на выезд готовлюсь. Погнали тогда. Так, платформа лесов. А, не, не платформа лесов уже, да? Ну, желание, платформу с краном надо. А, вот. Так. Вот. Это надо снять. Это надо одеть. Это надеть. Нам горючки так не хватит. Горючки? Да хватит. Чё мы? Первый раз что ли? Так, маячки не надо. Это не надо. Ой, я. Да сюда, наверное, Паш. Да, рисковал. Ой, что это КамАЗ такой медленно едет? На повышенный. По-моему, я зря сюда поехал. Ух ты, Паша там провалился. Ну, что-то это аж чуть дыбы не встал. Тебе помочь, Витёк? Да я не знаю, кто мне поможет. По-моему, я тут раскорячился. Я могу. Сейчас, подожди, я попробую сам.
Блин, вон уже все едут, а я тут пытаюсь срезать. Ой, это Витя тут справа, что ли? Вот дал. Блин. Срезал называется. Что ты там стал, хлопец? Ай! Вы что, на шаландах? Я да. Сортиментовоз взял. Я роскошь. Вас грузить надо, да, будет? Да. Да. Ты ж после вчерашнего стрима у тебя опыта много. Ой, я вчера зарекся, короче, вообще эти краны не одевать больше. Что ж я это? Опа, Паша, блин. Ты куда? Паша что-то там экстремальное. Я такая вообще. Душевно благородная. Ага. 2 метра глубина, да. Я ползу, только я не знаю, где все, но я ползу. Так, всем привет, Ханец с нами. Всем привет. Я вижу привет. Кого. Кто там? Привет. Кто привет? Ой. Ханец. Привет, Виталику, так, привет. Сейчас ух ты, мы тут идем так как вообще красиво, в тройка, да? Я опять вертолета снимаю. Я не вижу вертолета. Вот такой, это как его? Стелс? Нет, это как его называют? Квадрокоптер. Ой, не повалиться бы, а? Ну, по сути, называют, ну, этот, если там самолет называют, то называют стелс. Ну, самолет, да, который не видит радар. Ну-ка, Паша, подпихни меня под зад. Сейчас я Пашу тоже под зад подпихну. Вот, спасибо. Ой, я давай, 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 давай. Ух ты! Ой, нет, Паша, тебе хорошо. Не оторвалась шаланда? Нет, на место. Что у вас там происходит? А тут у нас легкий такой интим. Слава богу, я не с вами. Подпихиваем друг друга. Четвертый не лишний, четвертый запасной. Я не запасной. Я тут пытаюсь проехать куда-нибудь. Кто это чипсы достал? Нет, это я, по-моему, соплями громыхнул. Ёлки-палки, ты чё творишь, КамАЗ, а? Я КамАЗ чуть это... харакири себе не сделал. Так, Дима... Драйвер кощунит. Драйвер опять, да, по хардкору подъехал. Я пиндосы тут выворачиваю. Стой, Витя, можешь назад маленько? Да. О, здрасте. Подожди, не газуй. Я вас не заметил. Зацеплюсь, блин, шаланды. Так, лебедочки. Я нашел. Ёкарный бабай. Что-то я тут, парни, застрял. Да? Кажется, я застрял. Как и Винни Пух. Только ждать неделю не меньше. Да-да-да. О, не, все, сорвался. Я поеду по дороге. Так. А тут дорога такая тоже, правда. Ну, это лучше, чем по пням ехать моим самым злым коренным врагам. Чуть-чуть, Витя, тут немножко встрял. Походу. Я тоже уже. Опа. Я поехал. Там не за что тебе зацепиться-то? Да есть, у меня что-то там цепляется. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай. Оп. Сортиментовоз тут что-то за что-то цеплялся. Ой, Витя, подожди, дай я крутнусь. Что такое? Да тут вообще что-то хорошо. Каша. Манная. Кашка манная. Овсяная. Пеньки так и летят из-под колес. Ну да. Берри, что это у вас? Каша. Ой. Овсяная. Сортиментовоз у меня опять что-то там. О, все, спасибо. Подпихнул меня, Витя.
Что-то у меня как-то 143 литра. О, Паша тут приехал. У вас-то там эти... 93 вообще. Сколько? Я тоже. Блин, у меня это застрял. А что у вас там происходит? Что за пробки? А что? Все резко загружаться приехали. Это заметно. Блин, ну тут встали, а как нас, Витя, грузить-то будет? А мы чё, очистишь, ну-ка, козёл, да? Давайте а, тут. Пацаны, а мы не туда свернули? А мы не туда приехали. Здесь же нет козла погрузки, ну чё? Вы не здесь же. Дальше по дороге надо. Приехали, блин. Разворачиваться надо. Ага, да, да. Как-то, сейчас надо как-то... Как-то надо. Как-то да. Я не понимаю. Ёкарный как... папа, я застрял вообще. Как кэшпо поехал. Подожди, я тут пытаюсь. Я вот этот прицеп просто не пускаю. Говорит. Диман, проезжай, Диман. Драйвер, проезжай прямо туда. А там же команда стоит. Не дает ехать, я не понимаю. Ой, я боюсь на пней нас застрять. Ну я сейчас проеду, там с КамАЗом этот разойдетесь. Я загрузился, парни. Как это что? Как и вчера. Ой, подпер меня. А, ну у него же да, эти фиксы стоят, которые ему симуляторы позволяют грузиться на СПО. А, черт. Все, я прошел. Я что-то застрял. Я вроде проеду. Так, пни, давайте, ломайтесь. Так, хорошо, хорош, хорош. Эй, лагает. Давай, КамАЗ, я тебе верю. Как всегда, потемки, и мне сейчас грузить, короче. Это традиция. Да вообще же скачет. Пошкольная традиция. Что-то у меня машина еле-еле, вообще не понимаю, в чем проблема-то. Вроде грязь такая, знаешь. Не сказал бы. Чё меня застрял? Что-то я приуныл. Что-то мы все легкие карты как-то очень сложно проходим. Но... А, блин, у меня лебедка зацеплена. Витя, якорь выкинул. Блин, у меня реально пень волочится за мной. Ой, блин, вот это хохма, а. Я думаю, что у меня машина едет, а у меня пень за мной волочится. Пенек на прицепе, что ли? Да, на дороге к этому прицепе. Я вообще первый раз такой вижу. Так, до свидания, пенек. Пень не хотел. Я думаю, что у меня машина так туго едет. Вроде грязь не очень-то. Драйвер. Драйвер нас все затащил на лесоповал автоматической погрузки, которая только у него работает, блин. Так, ладно, здесь я вот на обычном лесоповале, вот на подъезде, здесь стоит цистерна с топливом. У меня пень теперь между колес застрял. Чтоб пни сегодня это расшалились. Никогда они такие. А что ж такое? Пни не хотят мою роспись. Понял. А, вот. Фу, я уж пугался, думал. Это бревно, что ли, не спавнится? Думаю, что за хрень-то? А стрелой можно поправлять этот распуск? Кто знает? Ну, в принципе, можно, да. Я даже поднимал распуск стрелой. Сейчас попробуем, потому что что-то я встрял. Ой-ой-ой. Все плохо. Где? Крайне плохо. Дима, Паша, вы тут? Я уже поехал. А ты добрался до лесоповала? Да, я гружу себя сейчас. Сапоги, жду вас. Я уже. По крайней мере, тебя, Паша, тебе же грузить надо. Я подъезжаю.
Сейчас я еще два бревна к себе кину. Бревна твои вижу. Я, походу, основательно здесь застрял. Сейчас будем что-нибудь думать, выдергивать тебя как. Блин, да что у меня там на дня? Да у меня там пень, блин, в этих... Непонятно где застрял. Роспуск не отпускает. Гад. Влюбился, наверное. Я сейчас его с корнями выдру. Выдирай, конечно, я так и делал. Иди сюда. Так, я тут. Да, я тебя я вижу. Становись где-нибудь примерно параллельно. Вот, занесло. Короче, чтобы мне было удобно тебя загрузить, короче, я как понял. Как встань. Вот занесло-то нас к черту на куличики. Да, я хотел сначала первую карту взять, там есть же версия 1, там вот это, да? То есть, да, это вторая, я карта. Ее... Она я ее тоже прошел. Что-то я посмотрел первую карту и сразу, и первую, и вторую прошел. Ну, я также обзор на них записываю. Я... Вот. Так, все, сейчас я маленечко, буквально. Ой, не туда! Капец, вы уже грузитесь, а я все еще тут это пытаюсь что-то так, сделать. Я загрузился сразу. Ну, тебе отъезжать надо, я, потому что я не знаю, я туда не залезу. А если шаланду, то иди сюда. Там пеньки кругом. Не-не-не, не туда. Ты вот рядом со мной справа вставай, а я буду к тебе туда закладывать. Сейчас я, может быть, даже похолоднит, а хотя не надо похолоднить. Сейчас подъеду. Я обсох. У меня 75 литров. Да ё-моё, ну что ты? У меня что-то стрела застряла. Может этот КамАЗ цицерный вот начальный взять, а? Я сейчас придётся. Я привезу сейчас соляров, парни. Давай. Ага, а как я его привезу-то? Я ж не могу в гараже восстановиться, да? Нет. Так, давай, сейчас я тогда сгоняю... Гони в гараж, там, в принципе, ехать-то фигня вообще. Я? Нет, драйвер. А? Вот. В гараж гони на какой-то машине. Блин, а там все машины сухие стоят на спорте. Ё-моё. А, ну КамАЗом можно заправить будет. Угу. У меня 64 литра. Спасибо, ребят, за пожелания. За удачу и так далее. Она нам понадобится. Давай еще вперед, еще вперед. Харе. Витек, я могу сам себя загрузить, если что. Ну да, сейчас я только Пашу загружу. Угу. Ой. Или хочет я. Проблемки. Ладно, парни, я погнал в гараж за цистерной. Давай. Да, Паша, можешь немножко вперед еще? Да. Харе? Попал? Да. Нет. Ну спереди попал, все. Сзади. Вот, все, бросай его вот так, ага. Теперь я думаю, куда бы выложить вот это свое видео. В YouTube или ВКонтакте. Ой, я кого-то слышал. Складывай YouTube потихонечку, что ты. Ну я и ВК тогда выложу. Да, это вот надо. Если что, там можешь добавить, мне все равно. Будут люди смотреть и угорать, как я тут с пнями сражаюсь. Доблестный рыцарь. На КамАЗе. Обычно на белых конях, а у нас на КамАЗе. Из Мурманска причем. Нормально. Так, куда ехать? Да, я шикарно еду. Сейчас вниз подрежу его. Ну да. О, вот так нормально. Да. Эх, повернул. Вот так нормально? Да ладно. Ну да, вот так, да, бросай. Нифига себе, кого я тут встретил. Медведь? 255. Медведь, давай. Ага. Блин, на дно уж вниз упал, представляешь? Да ладно, вот он, Андрей. Да. Сейчас давай еще одну. Давай. О, цистерна полная. Хорош. На этом 255-м. Прям. Ёкарный бабай, у меня что-то
манипулятор. Сломался. Сломался. Вообще не могу выковырить его ни болта. О, клюк! Это да. Что у вас там такое? Тут у меня манипулятор сам по себе живет. СССР нас спас, этот, 255 спас. Слушай, вот сегодня ночь не такая темная, как вчера была. Такое ощущение, как будто с той карты какая-то потемка дополнительно давалась. Это вот. Просто вы кое-где были. В одном темном притемном месте. Каждый день там бывали. Только вчерашнее место, оно было особенно темным. Да, там погу... пускай. О, вот так, только сейчас не бросай его, давай вот так передавай мне его. О. Так, у меня этот 255-й с цистерной полуполной. Хорошо. О, бревно валяется. Так, как нам разъехаться? Давай ты выезжай, а я вперед немножко правее, чтобы ты не А кто на дорогу сейчас выйдет? Да. Маша первый пойдет. Я за ним пойду. Я бы только отключился бы буквально на полминутки. А, слушай, Паш, ты как это... Увидишь мой силуэт 255-го, скажи, я пересяду, хоть кину тебе пару литров. Давай. Ну, у меня, в принципе, с горючкой нормально. У меня нет, у меня 150. Ну, кому давайте там, на... сначала на геморную потащим, наверное, да? Так, у тебя 6, у меня 4. Блин, у меня 4. Что-то перебор. Значит, давай я с Пашей поеду тогда на, знаешь, какую Лораму. Сейчас, где она геморная? А какая это, в принципе, геморная? Блин, да они, в принципе, не геморные все. Паш! Налево через лес, если можно проехать. Мы сюда ехали, прям тут пеньки немножко. Да ладно. Не полезешь? Так, короче, кто-то везет там, где шишеки стоит, а кто-то везет там, где гараж. Кто куда поедет? Мне без разницы, честно сказать. Ну, давайте я поеду, где шишек дают. Ну, тогда я тоже, что ли. Как раз 4 у тебя ведь, как у меня. Ну да, и там будет тогда 12. Все рационально, все правильно. Ну я через лес поехал. Попробовать решил, да? Да, вдруг прорвусь. Я тут с этим кразом на прицепе. Так, подожди-ка. Так, где тут пересесть? Блин. Подожди. Держи. О, спасибо. Так, здесь мне надо немножечко туда. Фига мне тут что-то урон нанесло, ребят. Сколько хоть? 448. Ничего себе. Что это вообще? Все, я сломан. Сейчас я, у меня здесь я есть. Я не сотни. Понял вообще, что меня вообще сломало. Я даже просто... Медведь. У меня здесь... Медведь поймал тебя за хвост. У меня есть 200 ремонта, но, блин, но... У меня тоже есть, а вы уже разъехались. Так, попробую я, наверное, все-таки рост устроить себе на запах. О, прошел я через лес. Да я тоже прошел, блин, начал тут разворачиваться и себе урона столько насажал, что мама не горю. Так, надо мне как-то разворачиваться здесь, я даже пока не знаю, как я это сделаю. Подожди, о, Паша, я тебя вижу. Да. Тебе надо ко мне ехать, ты так же встал, блин, как и я, неправильно. Тут еще надо будет в одном месте проехать через этот. Через пеньки, через эти. Да. Будет вообще все будет шикарно вообще тогда и близко. Так, а для вот манипулятора с пропуском средние бревна, да? Да, средние.
такой. Да, задом я еще по карте не ездил. Когда-то надо начинать. Ну да, да, по-другому. Блин, куда роспуск мой поехал вообще никуда. Блин! Сам по себе. Да, вообще зараза такой. Своей жизнью живет. Ничего. Я пытаюсь его в одну сторону выгнать, а он зараза в другую. О, вот здесь может вот развернулся. Ой. Ой. А что это? Ай, пенек, зараза. Блин, здесь очень много пеньков. Ребята. Минное поле пеньков. Да уж. Ой, ёлы-палы. Так, еще мне... Я кого-то слышу? Меня, наверное. Драйвера можешь слышать? Это он я. Он там все у нас. На 375-м зажигает. У меня он обсох давно, я ездил, сейчас заправился. У вас соляр там есть? Да, есть. Ну, если у меня как бы все пройдет без происшествий, мне теоретически должно хватить. Драйвер, а ты где? Ну, твой этот обсохший. А так я еду его уже сам заправлять. А? А? Просто у меня там, если что, есть. Не-не-не, я у меня уже у самого тонна. У самого есть. У самого уже. Ой-ой-ой. Да. Тонна 100 уже есть. Вот здесь бы проехать вообще шикарно было. Да, вот именно здесь надо ехать. Шикарно, да? Сейчас я постараюсь это сделать. Да что такое? Паш, как у тебя дела, Паш? Там все, я развернулся, еду за тобой. Давай. Чи гудок. Гудки вчера все кончились. Ой, я не там поехал, ёкарный бабай. Ну тут теоретически должен и здесь проехать. Кстати, светается. Светает, да? Пора бы уже, но. Ну что, все, сколько? 5 утра. Шикарно, проехал. Все, я на дороге. Дело за мало. О, так вот параллельно мне он там кто-то едет с палками со своей. Я тебя видел, ты проехал. А, это ты, Витя, вон там длинный едешь такой. Не, я со средним. Я не очень длинный. А кто-то длинный кто-то едет. Паша, ты, наверное? Наверное. Ну, я на. Я на этой точке погрузки торчу. Да, это я один. Я тут рядом. Как ты меня увидел, понимаешь? А я с вертолета опять смотрел. Рентген. Да что ж такое, нет? Съемка была с вертолета, поэтому. А вон кто-то грузится стоит, смотри. Это я. Проблемки с высотой распуска. О, готово, все загрузилось. Так, одну пилораму я считай. Так, где-то рычаг. А вот. На одну пилораму я разгрузился. Ой, а ты где? А, ух, нифига себе, мне придется долго ехать. Так, Витек, куда? Я через это сокращал. Куда мне это? Как бы мне это сократить тоже? По бурикому. Вот или. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все? Ты че? Я тут разворачиваюсь роспуском, чуть не перевернулся. У меня такое было. Так, мне бы до заправки домчать бы, а? Было бы шоколадно. Так, а как бы мне. Как бы так. Кач! Урон. Что-то столб-то я и не приметил. Так, вот мне бы здесь как напрямках пилорама, он там заправка. А. Так. Ага, все ясно. Кто-нибудь посмотрите, как бы мне тут выбраться. Сейчас. Я как всегда самый последний. Сейчас, погодь. Сейчас я. Посмотрю, где ты есть-то. О, да, вот, ну вот, в принципе, вот здесь вот, ты знаешь, вот налево я уходил. Подожди, у меня тут этот красный шарик. Налево? Здесь вот прям.
Ой, подожди. Вот если вот ты вот так стоишь, то направо. Подожди, это нет, это я просто на кразе с цистерной сел. А, вот тогда налево ходишь, выходишь на дорогу, опять едешь по ней налево и доезжаешь до поворота. Вот изогнутая линия, ну то есть дорога пойдет. Угу. И тут насквозь тоже через лес, по краюшку там проезжаешь вдоль леса, там пеньков мало. Вот там есть Формула-1 у нас на карте. Машет там с драйвером, короче. Ну, вы меня долго придется ждать вы. Я, как всегда, самый медленный из всех. Так, куда разгружаться-то? Куда хотите, ребят, а где Шишига, тут что-то есть? Да, там можешь тоже разгрузиться. Эй, только один там разгружается. Так, а мне куда разгружаться тогда? Налево там еще. Где гора, где рядом с гаражом, которая... Ой, не с гаражом, а с заправкой, которая. Где ты ездишь, да, сейчас? Да, да, вот только... Заезд на нее с другой стороны там немножко, там прям дорога на карте. Так, видна. Витек, руководи, как, чё, как. Сейчас погодь. Так, меня не далеко уехал. Блин, ну в принципе можешь и здесь попробовать, я просто не вижу, что у тебя там конкретно. Ну, вот здесь если, или... Ну, вот здесь, смотри, получится. Вот здесь. А я вот ездил вот здесь. Ой, то есть вот здесь. Вот так вот, короче, видишь? Ага. Палочку вот эту. Я вот тут взял. Вот так. Я понял. Сейчас я попробую как-нибудь. Ну попробуй, смотри. А вот Паша как раз проехал вот там, где ты показал. Ну, так что попробуй. Все возможно. Он проезжал. Это вообще Шаланды. Нормальная дорога. Да, он из Шаланды там пролез, так что я думаю, там вполне реально все. А, ну я-то другой кадр. Блин. Со мной может случиться все, что угодно. Да ладно. Со мной тоже. Я да, Шаланду потерял. Вчера, да ладно. Ага. Ты прям на пилораме, ё-моё. Подстава. Вообще подстава, что делать? Опять мои. Что делать? Дать себе её цепить. Полбик там какой-нибудь есть? Ты не поднимешь её там, Паша? Она на мне лежит, но она сейчас может, одно неправильное движение. А, я ее все равно не буду видеть. Да, ты ее не видишь. Да что такое? В чем я там встрял, а? Ай, ну куда ты падаешь? На КамАЗик едет. Ну куда ты падаешь-то? А, так я сейчас могу другой же машину толкнуть, я уже другой-то вижу. Ну да. Я думаю, в чем я застрял? Это дерево просто меня прижало к себе. Витя тут просквозил. У меня главное. Помеха справа. Так, где-то я проезжал. Ну что такое, а? А дальше. Сейчас, Дима, я попробую как-то доехать. Гребаный пень. Ненавижу ее. И не взад, и не. Я, кстати, без заправки обошелся. Прям мне тютелька в тютельку, литров 30 оставалось. И я в тютю. Кто-нибудь ударьте мне по лбу. Бревном. Можно бревном. Вчера Витя хорошо там бревном махал. Крутил там, как вентилятором. Разбегайся кто куда. Кто успел, тот присел. Приходи на нашу карусел. Я роскошь посеял. Вот это вот у меня... Паша уже на КамАЗе тут. Давно такого не было, чтоб я роскошь потерял. Я тут спасательная операция, думаю. Ага. Ну, надеюсь, мне больше не по мехам. Да. Так, худы дальше, направо, налево. Так, налево. Сейчас. Я тут это... В стиле... Джеймс Бонд? У меня тут разборки с пнями в стиле Джеймс Бонда. В стиле...
перевернись обратно. Ну давай, пень, ломайся, господи, что за титановые пни, а? Так, а я правильно еду, да? А, рядом. Ты ко мне ехал. Налево поворачивай. Да. Ой, я вижу налево. Тихо, тихо. Я говорю, я самый долгий игрок с Минкота. Все долго и медленно делаю. Yes, все зацепил шланг. А, видео... Вот молодец. Ау. Ну, как бы... Здрасте. Ехать-то? Ну, здоровенький а? Бой. Сейчас, подожди, я сейчас здесь уйду на право. Интересно, насколько у нас карта уже по времени? А черт её. Ночь пережили. Самое главное. По крайней мере, не то, что... Не то, что вчера, по-моему. Вчера три ночи было, да, у нас, по-моему? Да, вчера три ночи. Вчера мы конкретно до 109. Короче, Дим, смотри, езжай пока, да? И там будут, получаться, как бы пеньки закончатся, да? И вот в конце этих пеньков уходи налево. Ну ты, короче, это, я тебе... Вот здесь смотри, вот. Так. Ага, вот там у маленькой лужицы, да? Да, да, вот прям на этой маленькой лужице вот нужно уходить. Видишь, да, метки на карте? Да, 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 да. Вот там вот так, короче. Да. Огурец для уверенности съем. Огурец? О, нормально. Жара пошла, короче. Кино. Кино и немцы. На всякий случай, короче, это... Если я перевернусь? Всяко может быть. Ну, со мной это может быть. Никто от этого не застрахован. Вчера вот все перекувыркались. Пашка кувыркался? Я вчера по-честному ни разу. Да? Да. Нет, ты там что-то в самом начале, по-моему. А, да-да, я точно на заправке перевернулся. Сори. Обманул вас, я чуть не кувыркнулся уже прям так, на подъезде. На подъеме. Так, сворачивать и куда ехать? Так, сворачиваешь направо. И там через лесок, короче, просачиваешься. Это слово и я несовместимы. Что за. Меня КамАЗ не слушается. Они такие КамАЗы пошли, не слушают никого. Да ж, как ты в колею-то залез, а? Дайте бревно кто-нибудь. На лбу стучать? Да КамАЗу, да. Стекло разбить, все дела. Ну! Ну! Пень, уйди. Окей. Оп. Так, а куда-то я не туда свернул, да? Да, дай посмотрю сейчас. Да, ты что-то... Тебе надо правее немножко взять. Mm-hmm. Градусов на 30. А, ну да. Сейчас. Цыц, тихо. Я уже второй раз загрузился. Ну, вы у нас тут профи. Профи. А я любитель. Пенька, я вижу. В этом я вижу. Кто-то так промчался, как болит. Это я, наверное. Ага. КамАЗ что-то это пустой вообще по грязи прет прям. Ну да, сумасшедший. Ну, да что. Пролетает просто, даже не замечает.
Хорошо. Вообще лихо идет. Классно. Куда? Куда? Пишут, что лагает стрим. Короче, не знаю, не буду я, наверное, стримить на Ютьюбе. У меня на Твиче практически ничего не лагает. Бывает, но крайне редко. А YouTube что-то, видать, может требовательный какой-то, а хрен. Возможно. А у тебя в Стиме не смотрят трансляцию? Не, у меня трансляция в Стиме выключена вообще. Это я куда-то уже не туда поехал. А, нет, все туда. Так, и сквозь кусты, да? Да, да, там сквозь кусты до дороги и налево, по-моему. Так, какая там пилорама-то у нас осталась незадействованная? У камнях. На камнях. Или в камнях. Неважно. Да, я выбрался из этого пневого плена. Нет. Пневого. Да, он приковый. Пневого. Так, налево, да, точно? О, здрасте. Еще раз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, вот тут на Урале. На Урале пошла. Так, куда надо разгружать-то? Куда, сюда или сюда? Куда хочешь. Я не знаю. А, это заполнено вроде. У Шишиги заполнено. У Шишиги заполнено? Да. А, да, ну что, разгружаюсь я, ребят. Подожди, вообще я должен доставить это. Ты уже тут отработал. А все, последнее. А, да, два очка осталось. Четыре. Так, ну что, мы собираемся здесь или не собираемся? Давайте где-нибудь другое место, где все-то. Я не знаю. Так, драйвер что-то опять там где-то лазит. Паша вообще непонятно, зайдет в гараже, зачем-то где-то. Давайте где-нибудь встретимся, что ли, я не знаю. Давайте. Вот я тут с вами уже. А, да, он к тебе. Давай, разгружайся, короче. 52 минуты. Надо только как-то это, давайте выйдем отсюда, что ли. Так, я тогда тут. Я отцепляю этот прицеп просто. Нужен нам больше. Вроде что-то в принципе да, не нужен. А вы куда корячите-то? Мы фотографироваться едем. А где? Ну давайте где-нибудь здесь, коль мы здесь все. Так а может на этом базе, где мы зарезали здесь? Ну давайте там типа фотоэтично. Блин, ну тут. Вот второй раз я проехал на лесоповал. Оказывается, все так просто. 55 минут мы, ребят, проходили. Ну, время игры 52 у меня. Мне 55. Мне 56. Что, больше? Ай, блин, задамажился. У кого там шуманки, нет? Нет. Нет. Дим, у тебя нет там запчастей тут что-нибудь? О, благодарю. А, ой, спасибо нет, большое. Ой, забавно, вообще просто как новый. Забавно, что у меня тоже были они. Ну да. Я в колесе. Так, ну, давайте. Да. Пойдите куда-нибудь, дайте зашваркуюсь как-нибудь. Куда тут все пятитесь? Вон, я думаю, параллельно встать к этим машинам, которые доспавлены. Шутил, да? Ладно. Вот я встал уже. Ладно, я между двумя этими стану синими. Забавно, что у меня здесь оба синих, а блин, у тебя у меня тут еще. Я думаю, может запись закончить уже? Че писать-то? Давайте со всеми попрощаемся. Мы сделаем скриншотик финальный. Подождите, все, ребят, спасибо всем, все, что смотрели нас. Да.
очень сильно лагает, вот последнее сообщение. Блин, у меня тут стоит этот КамАЗ, ё-моё его. А Витя, ты прям в нем. Да? Да. Витя в КамАЗе. Давай я переставлю. У тебя только роспуск там торчит, такой, знаешь, из тени. Давайте, может, вперед куда-нибудь проедем сюда от этих машин. Или наоборот, туда. Или наоборот туда к стене. Вон, у заправки где-нибудь. Нет? У меня тут КамАЗ стоит, надо его тогда убрать. Да и у меня тоже стоит КамАЗ. Давайте вообще оттуда уедем. Что-то дальше там... туда до поворота проезжайте, короче. Все, да. И машин ничего нету там. А тут вот все навалено, накидано. А, Витёк, это куда? Витя куда-то поехал. А, он просто убрал ее. Я смотрю, Витя в лес тут поехал. Думает, стой вот здесь день. Сейчас давайте ровненько сразу подъезжать. Подождите, я сейчас залезу вон туда повыше. А вы внизу тут. Станете, а я что это мы внизу-то? Я на вторую ступеньку. Я сейчас... я бы тоже повыше бы лучше залез. Ты уже лучше с тобой. Воу! Ты глянь. Залез. Я залез. Кого это? Смотри назад, еду вперед. Ну я в принципе вот запаковался. Блин, дерево мешает, зараза. Ай, типа, давай. Паша. Я хочу. Паша. Лебедкой зацепился. Подожди, Витёк, сейчас я куда-нибудь... Там дерево она мне не даст. С этой стороны встану. О, нормально ты тут залез вроде. Давай. О, нормально. Витя ещё с распуском тут. Паша, морду nice. Подтяни влево. Вот сейчас уже тяну. Найс, фотка у меня получилась. Так себе. У меня что-то вообще не в ту степь. Я щелкаю, да? Все, я залез. Подожди. Я немножко... Витя, скинь распуск этот. Угу. О, сейчас перевернется, Витя. Акробат. Нормально. Да вы меня тут всего, Витя, ты-то куда залез под меня, ёшкин дрын. Так вроде, теперь Пашу не видно. Кинь распуск туда вниз. Паша, я тебя не вижу, у меня просто мутняк там. Да я на себя залез. Прям аж на Витька забрался. Да, скорее всего, тут не любит. Все так стараются. Блин, вообще не в ту сторону смотрю, получается. Да встал бы вот ты слева от меня, вставай справа от меня, ведь. Я попробую лебедка, что ли. Давай назад еще туда, прям вот туда к березе жопой. Прям с разгона туда я борту. Во-во-во-во-во-во. Найс. Во, как-то так. Аж забрался. Во, нормально вот так. У меня синяя табличка, блин, получается, справа. Всё, парни, подписывайтесь на канал, группу, смотрите видосы. Всем пока.